красиво, скажете, да? Ну да, было бы красиво, если бы это не было в городе Похабовске. Конечно, красиво, но только вот наши хозяйственники и чиновники при городской архитектуре, они не могут ведь сделать так, чтобы не сгадить красоту. Фонтан, которым можно прийти, было бы и полюбоваться, он является фоном, он лишь фон вот для этой вот какой-то странной таблички. Архитекторы, наверное, художники, которые этот фонтан проектировали, они, видимо, думали о композиции, о цветовой гамме, о том, как эти струи будут литься. О многом они думали. Они только не учли дебилов, которые возьмут и посредине фонтана воткнут свой собственный декор. Не знаю, как у кого, но у меня, к сожалению, портится все впечатление, когда я вижу какую-то красивую вещь, изгаженную дураками. Архнадзор.